Как осуществлять поиск именно по каналу? Найти на канале конкурента все видео со словом «пример». У нас в школе есть целый урок о том, как осуществлять поиск по каналу, но с большего это у каждого канала, вы когда заходите, там есть поиск, нажимаете «все видео», сначала переходите «все видео», а потом «поиск», и по этому ключевому слову вам показывают, какие видео есть. Но это неправильный подход, Игнат и наши дорогие слушатели, зрители. Подход правильный какой? Вы вводите то словосочетание, по которому бы вы хотели, чтобы вас находили конкуренты, и после этого вводите это слово в YouTube, в общий YouTube, и видите, что на данный момент YouTube показывает вам, как пользователю, и что он вам рекомендует. И обращайте внимание на то, какие ролики он будет вам позже, потому что YouTube уже для себя зафиксировал, что вы искали этот запрос, и он будет вам показывать. Поэтому ищите не вы можете не знать конкурентов. Очень часто бывает так, что есть каналы, где 2-3 видео, и они настолько плотно сидят в топе, что выбить их тяжело. И вы начинаете смотреть, то есть общую выдачу по русскоязычному YouTube. Важно. Посмотрите выдачу по Google, по Яндексу, но опять же в YouTube.